Вначале я хотела вот так впритык делать настил, но, как водится, львиную долю занимает поиск вот таких веток. Я очень много времени трачу, просто не успею. Поэтому я решила делать так вот через промежуток. Лежать будет не менее приятно, чем когда сплошное. Зато экономия времени и сил.
чахах били. Прямо реальные куски мяса. Овощей много. Вкусная штука. Прям здорово. Итак, друзья, все я делала молча. Теперь озвучиваю, как и что. Это у меня пастерушки, сушка. Так, здесь у нас окошко со ставнями. Можно вот так отпускать. Можно так вот поднимать. Одной рукой неудобно, съезжает. Ну, тут еще есть палочка, если что, которая одной рукой все дело может поддержать. Ого, гремит. Я тут пастерушки сделала, а оно гремит. Здесь кухонная зона. Печка, щепочница, рис варится. Здесь спальная зона. Тут у меня камера отдыхает. И смотрите, как спальную зону сделала. Снутри спанбон, потом идет пленочка, потом идут ветки. С той стороны мох. Матрасик, наполненный листьями. Такой промежуток это из-за того, что времени мало, чтобы еще пилить, искать. Очень много времени занимает поиск веток. Очень много времени. Поэтому я такой экономный вариант в разброс. Лесенка с одной ступенькой. Ну, очень удобно. Не менее прекрасен дом и с этой стороны. Дом. Ха-ха. Причем дом над землей. Вот так вот. Здесь я мхом заделала, черепица инсха. Это у меня шторочка. Шторочка. Закрываться. Почему спанбонд? Надеюсь, через него хорошо будет дышаться, вентиляция будет хорошая. Да, тут варится рис в пакетике. Ух. Здесь у меня подвешиваются кастрюли. Там тоже что угодно подвешивается. В целом, я очень даже довольна тем, что наворотила. Вот эту конструкцию я делала 3,5 дня. Вставала в 8 утра, завтракала и работала. Уже внутри я там поспала, полежала. Очень мягко, очень удобно. Конечно, там тесновато, но именно чисто спать, не жить, а спать, очень даже неплохо. Для чего внутренняя часть спанбонд? В теории от конденсата. На практике не знаю. То есть пленка от дождя, спанбонд от конденсата. Древесина – это декоративный элемент, как и мох. Матрасик, опять же, с того же спанбонда. Остался кусок, и мне сразу пришла идея сделать матрасик. И матрасик сразу убрал недостаток
вот этих промежутков. Так было бы жестко спать. А так очень даже мягенько.